уютная лавка и оригинальная фотозона одновременно. А ведь еще несколько месяцев назад эта скамейка выглядела совершенно иначе. Цвета за много лет побледнели и облезли, а Чебурашка и вовсе был аномально синим. Зачем пропадать оставшиеся краски, решил граффити-художник Дмитрий Аксютенко и взялся за реконструкцию героев советского мультфильма. И когда я увидел бедного Чебурашку, крокодила Гену, мне за мастеров стало так обидно. На восстановление скамейки у Димы ушло всего 3 дня. Сначала он отшлифовал фигуры, затем в ход пошли баллончики. Работа с 3D-объектами – новый опыт. Художник привык рисовать на плоских поверхностях. Стена очень длинная. Сколько баллончиков краски ты истратил на то, чтобы закрасить ее всю? Ну, штук 40. Каждый по 300 рублей. Мы просто художники, нам как что-то в голову придет. Это просто ужас. Надо это срочно реализовывать, иначе жизни нет. Дмитрий увлекается граффити уже 5 лет. К выбору места для творчества парень подходит серьезно. Стена вдоль Евпаторийской трассы – излюбленное место граффити-художников. Этот кусок пока что чист и бел, но сейчас мы ему добавим немножко новогоднего настроения. Последний штрих. Вот такой Дед Морозик получился. Для полноты картины не хватает только снегопада. На фоне летящих на землю снежинок рисунок буквально засияет новыми красками. Дарья Шарипова, Андрей Псом. Утро нового дня.